Вот такие горы мы сегодня с вами нарисуем. Маковое поле, розовые облака, пейзаж. Здравствуйте! Сегодня мы с вами нарисуем красивую картинку. Мы попробуем поиграться немножко на бумаге. Для этого нам нужна с вами бумага А4, вода, красочки, палитра, кисточка, желательно плоская кисточка, но можно и круглую, большие, средние и тоненькие, и тряпочка, кисточку вытирать. Начнем с того, что мы будем рисовать небо. У нас будут с вами горы красивые и поле, маковое поле с цветами. Поэтому мы берем сейчас с вами, окунаем кисточку в водичку и берем белый цвет, смешиваем на палитре с синим. Краски нужны, чтобы были мягкие, размоченные, разведенные с водой, чтобы они хорошо рисовались. Если они у вас сухие, вам нужно будет размочить с водой. Мы начинаем рисовать. У нас небо, такое вот красивое небо, кисточка плоская, можно крупной. У меня синтетика кисточка. Я в этот цвет добавляю белого цвета, белый цвет. И продолжаем рисовать. Мы рисуем до чуть ниже половины. До такой степени. Краску кладем густо, белую. И ближе к горизонту у нас с вами она светлеет. Голубой цвет. Сейчас мы равняем. Равняем, чтобы было ровно. Сверху донизу. Плавный переход. Вот у вас небо готово. У нас сегодня такие простые картинки, упражнения. Вот. И рисуем травку. Кисточку моем. И рисуем. Берем зеленый цвет. Хорошо набираем его. И начинаем закрашивать. Мы зеленый смешаем с желтым. Берем зеленый и смешиваем с желтым. Кисточку моем и желтый. Такой получается теплый зеленый. И прокрашиваем. Прокрашиваем всю травку. Поле наше. Старайтесь все белые места закрасить, чтобы у нас все было закрашено. К низу мы немножко сделаем зеленее. Еще зеленый цвет возьмем и еще закрасим. Как бы растяжка от темного к светлому. Вот мы вам с вами сделали небо и поле, на котором будем рисовать цветы. Теперь мы кисточку моем. У нас есть тряпочка. Мы кисточку вытираем об тряпку и набираем с вами синий цвет. Рисуем горы. У нас будет три горы. Одна большая, такая вот гора. И мы закрасим. И горы вдали. Одна гора и еще гора.
Ну, здесь у нас чуть, может, побольше она размером. Видите, у нас они немножко сливаются. Мы должны их немножко разъединить. Значит, посередине гора у нас должна быть светлее, темнее. Мы синий берем и туда добавляем светло-фиолетовый. И рисуем потемнее. Такая вот гора. Стараемся ровненько распределять краску на листе. Вот. Ну, можно не совсем ровно сделать треугольник, а немножко его таким сделать чуть-чуть горбатеньким. Так, вот у нас гора с вами готова. Переходим к полю с маками. Я еще не сказала, что нам нужно с вами еще будет ватные палочки, которые мы будем рисовать цветы. Мы берем ватную палочку и набираем красный цвет. Сейчас мы будем с вами играться. Берем красный цвет. Окунаем хорошо. И рисуем на переднем плане у нас маки. Маки. Такие вот точечки. Их можно не совсем круглые, а немножко такие, немножко с какие-то кривенькие такие точечки. Как маки у нас. Как маки. Маки они какие-то длиннее, какие-то короче, маленькие, большие. И вот так вот мы с вами делаем красивые. На переднем плане только внизу. Дальше у нас будут другие цветочки. Вот так мы рисуем. Где-то поменьше, побольше. Где-то маки могут быть на друг друга заходят. Встречаются между собой. Стараемся класть и не размазывать нижний слой краски, чтобы красный цвет у нас не брал зеленый цвет. Поэтому надо положить вот так аккуратненько и убрать кисточку. Вот. Теперь у нас идут другие маки. Они более оранжеваты. Мы берем с другой стороны, и уже мы должны с вами делать поменьше. И они более такие вертикальные. Такие вот маленькие. Старайтесь рисовать. И меньше точечки. И они немножко полосочками. Полосочками. Полосочки такие вот интересные. Вот. Продолжаем. И аккуратненько закрашиваем. Тут же у нас немножко этот оранжевый превращается в желтенький. Мы берем желтый и макаем оранжевым тампончиком. Делаем кое-где желтенькие точечки. Тоже поменьше размером, чем маки. Такие вот интересные. И дальше мы перейдем с вами на кисточку, кисточкой средней, моем водички, окунаем, набираем белый цвет на палитру, смешиваем с фиолетовым, светло-фиолетовым, такой вот красивый цвет получается. И мы такие точечки делаем поменьше, уже до середины. Видите, у нас цветочки меняются по цвету.
такие вот фиолетовенькие переходят в темно-фиолетовые, которые мы с вами мешали для горы свет. Это может быть там какой-то иван-чай, есть такие цветы очень вкусненькие, им заваривают чай, такие вот. Можно чуть повыше какие-то вот посерединке. Так, ну а на заднем плане у нас кисточку моем и попробуем тампончиком другим белый цвет. Берем белый цвет. И там у нас уже такие какие-то белые цветочки, какие-то тюльпанчики. Набираем хорошо белый цвет и рисуем белые. Они немножко могут на горы заходить. Еще немножко палочкой, хорошо, и возьмем немножко кисточку, тряпочку и кисточкой возьмем белый цвет, еще кисточкой прорисуем где-то такие более миленькие цветочки. Вот, еще можно беленького взять погуще. Берем погуще, чтобы оно рисовало хорошо. А этот беленький немножко с желтеньким смешаем. У нас тут немножко появятся такие желтоватые цветочки возле оранжевых. Так, мы с вами сегодня играемся. Очень простое задание, но миленькое, интересное. Может, любой попробовать. Так, переходим к горам. Значит, горы мы берем белый цвет и рисуем обратной стороной кисточки снежок на горах. Белым цветом местами снежок, какая-то туманность. И на другой горе. И третья гора. И тучки. Тучки. Возьмем кисточку плоскую, вернемся. Плоской кисточки. Тоже белый цвет. И нарисуем тучки. Тучки. Эта тучка большая, а там тучка маленькая. Можно в тучке еще розовенького придать. И вот такие розовые тучки. Тоже мы слегка берем, чтобы не размывать нижний слой. Поэтому с вами аккуратненько рисуем, как бы точечно так, не размазывая, а точечки. Вот. Тут же мы можем вернуться с вами к горам. Еще раз проложить белый цвет на макушке гор, где краска подсохла. Мы можем еще усилить белый цвет. Не везде, местами. Так вот. И
дочек тоже усилить белизну. Так, мы с вами вернемся к макам. К макам нижним. Кисточку кладем. Берем тоненькую кисточку. Набираем черный цвет. У маков есть серединка черненькая. И начинаем вот так вот каждому маку рисовать серединку. Так. Такая у нас красота с вами получается. Крымские маки. Можно сказать, что мы с вами Крым нарисовали. Там очень красивые горы и поле маков с цветами. И кисточку моем тоненькую. Берем зеленый цвет. Зеленый. Смешиваем с фиолетовым чуть-чуть, который у нас на палитре. И нарисуем стебелечки. Стебелечки. Маки, они же растут на стебелечках. Такие зелено-фиолетовые. Ну вот, видите, как мы с вами создали красивую картину. Можно зелененьким где-то усилить. Ну вот, такая у нас получилась с вами картина. Можно добавить еще чуть-чуть горам снежок пониже у передней горы. С одного бока она будет побольше. Ну вот, наша красота. Не пропускайте наши занятия. Всего вам доброго!